Президент Владимир Путин подписал закон с подробными правилами удаления затонувших судов. Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Одна из поправок была внесена в закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ. Расширяются обязанности у капитанов морских портов. Они будут отдавать распоряжения по удалению затонувшего имущества. Помимо этого, должны будут вести документацию касательно удаления и учета затонувшего судна. Обратить внимание нужно и на то, что собственник затонувшего имущества обязан начать его удаление в период 3 месяцев со дня распоряжения капитана порта, если это имущество угрожает безопасности мореплавания или морской среде. В период полугода, если затонувшее имущество мешает или затрудняет осуществление рыболовства, либо ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Предусмотрено, что понесенные расходы можно возместить за счет владельца, страхователя, а также с продажи затонувшего имущества.